Так, всем здорово, сегодня по легкому весу, вот, намного повтор, короче. За день до этого сделал прокачку икр одним подходом, сидел за компом, раздул ноги, захотелось пойти сделать икры, пошел, сделал икры, вот, раздуло ноги, блядь. Короче, после велосипеда захотелось немножко икры прокачать, вот. Бедра как бы на лясе прокачаны, вот, а икры на следующий день, через день только захотелось сделать. Вот. Ну, на один подходик меня хватило, в общем, до полного сведения, короче, вот, пока не заболят, там делаешь. Ну, как обычно, вот. Моей массы хватает 150 килограмм для прокачки икр, да, дополнительный вес можно пока не вешать. Вот, далее, альтернатива турника, короче, взял штангочку, сколько там, 10-20-27 кг. Вот, можно было первый подход взять еще легче, ну ладно, навесил сколько, пока делал, короче, думал, можно было чуть легче. Вот, ну пусть будет такая, ладно, нормально. Вспоминаю то, что все-таки, когда перерыв, и нужно начинать с меньших весов, а не с тех, которые привык, которые заходили. Вот. И все нормально. В тренировку, когда врываешься, кажется, что, блин, всегда так будет, всегда будет делать тяжело, и что уже легче. Когда не было достаточно блинчиков, ну вот, начал их подкупать, чтобы, короче, увеличивать вес, потом, короче, пошли какие-то перебои, вот, и это, веса остались, а тренировки уменьшились, поэтому, как бы, это, забываешь то, что ты, надо начинать с маленьких весов прокачиваться, вот, и на многоповторку поставил тут 27 кг, на штангу там не 50, не 40, не, блядь, не 60. Вот, кстати, 60 на 3 раза делал, 60 килограмм делал на 3 раза, вот, вот такое же упражнение, и заходил на ура, сейчас прям все отваливается. Но второй подход зашел гораздо лучше и прекрасней, не так напряжен, как первый. Вот. Кардио бы, конечно, было желательно сделать перед тренировочкой. Вот, пройтись там. Пройтись куда-нибудь. Вот, раньше было поинтереснее куда-то ходить. Были какие-то пути, да? А сейчас нужно идти куда-то в никуда. Чисто специально. Вот, да. Чуть раньше, пару десятков лет назад, ты и так постоянно, короче, бегаешь куда-то. Вот, у тебя и так кардио, короче, вот, сам по себе гоняешь, и все, приходишь уже разогретый домой. Тренировка начинается только порой часа в 3-4, вот, а сейчас, да, в 3-4 приходишь домой, пока там с технаря, короче, зайдешь к тёлке своей в час, да, до 3-4 там ее отжаришь, ебать, потом, переходишь домой пешком 2 километра, короче, и только начинаешь качаться там на турнике или отжиматься. Но сейчас, как бы, таких путей нету, вот, приходится на неразогретое тело, в общем, сразу двигаться, лень куда-то идти, неохота. Вот, на неразогретое тело, в общем, пошел, ну ничего, потихоньку разогрелся с весами, и все пошло, как надо. Вот. Вот эти штангички, короче, сделал там на руки, на плечи, ну, до отказа, естественно. И в конце, короче, закинулся холодным арбузом. Вот, как углевод, ну, как попил заодно, как сок он такой, арбуз-холодок.
сорт холодок, арбуз вообще супер зашел, ништяк. Вот. А потом уже похавал, короче, там чего. Пицца, короче, котлет. Ну, наполнился, в общем, едой просто тренировочки. В общем, такой разминочный тренд. Вот, потихонечку стараюсь войти в ритм. Спас пчелу здесь, короче. У пчел цветов, видимо, нет. Они, короче, атаковали мое ведро с водой. Это уже несколько дней, короче, на нем налегают на эту воду. И надо что-то тоже перерабатывать постоянно. Вот воду хлебают. Вот, ну вот это вот заключительный факт. Да, такой долгоиграющий заключительный подход на, не знаю, тяга снизу, короче, вверх. Я гири делаю. Ну, вроде как на плечи тоже идет. Ну, на плечи, там, на руки, без разницы. Ну, все, одно к одному прицеплено. Ну, вот, заключительный подходик будет. Вот, и буду готовить следующую тренировку. Готовиться. И улучшаться. All she wrote, all she wrote. I said it's over with, that's all she wrote. All she wrote, all she wrote. Yeah, good night is over with, that's all she wrote.